Представляем вашему вниманию пульсоксиметр медицинский Армед YX300. Армед YX300. Прибор предназначен для измерения насыщения кислородом капиллярной крови и частоты пульса в режиме непродолжительного мониторинга. Пульсоксиметр – это портативное, непроникающее устройство, которое находит применение как в условиях стационара, так и в домашних условиях. Прибор может быть использован для самоконтроля пациентами, страдающими хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой и дыхательной систем. Хорошо помогает контролировать физическую нагрузку людям, перенесшим инфаркт, в период реабилитации. Может быть использован спортсменами для контроля уровня тренировочных нагрузок. Прибор работает от двух батареек ААА мизинчиков. Благодаря экономичному энергопотреблению заряда батарей хватает более чем на 30 часов непрерывной работы. Для использования прибора необходимо открыть зажим, который работает по принципу бельевой прищепки. Палец пациента вставляется в резиновое отверстие пульсоксиметра до упора ногтем вверх. Прибор запускается однократным нажатием на кнопку на передней панели. Период обновления данных не более 16 секунд. На мониторе отображаются насыщение крови кислородом SPO2, пульс, частота сердечных сокращений в минуту, пульсовая волна, заряд батареи. В случае недостаточного заряда батарей загорается сигнал низкого напряжения. При каждом нажатии кнопки выключателя показания на мониторе поворачиваются на 90 градусов. Прибор автоматически выключается через 8 секунд после окончания использования.